Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Наконец-то вышел iOS 18. И в этом видео я хотел бы рассказать и показать вам главные фишки, которые у нас есть в этом обновлении. И вообще, я хочу рассказать вам, стоит ли обновлять или нет. Перед началом этого видеоролика ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. И давайте будем начинать. Итак, давайте для начала перейдем в настройки, основные и обновления. Тут вы сможете установить обновление до 18 версии. Далее давайте перейдем к главным обновлениям, которые у нас есть. Первое, что сразу бросается в глаза, это новый пункт управления. Вот такой вот у нас он есть. Мы его можем теперь редактировать абсолютно так, как мы хотим. Также у нас есть три вкладки отдельные. И смотрите, как мы можем редактировать. Нажимаем на плюсик. И теперь мы можем вот что делать. Мы можем взять запись экрана, сделать размер вот такой вот. Вы можете увеличить размер камеры. Вы можете увеличить... В общем, вы можете сделать все вот эти вот ячейки так, как вам удобно. Абсолютно. Вы можете также все убрать, вы можете что-то добавить, можете вот так вот увеличить размер, можете переставить так, как вам удобно. Вот, например, вот так вот сделать. И это очень классно. Вы можете взять все на свой вкус. Также вы теперь можете выключить ваш iPhone, всего лишь нажав на две кнопки. Нажимаете на кнопку выключения и подтверждаете, что вы хотите выключить его. Далее, у нас есть вот такая вот фишка. Мы можем теперь ставить ярлыки в том месте, в каком мы захотим. Как видите, я могу поставить абсолютно в три разные точки. Ранее же мы не могли так делать. Мы ставили, и они все эти ярлыки ставились в один ряд. Это тоже очень классная настройка, которая мне очень понравилась. Далее, смотрите, переходим в раздел видео. И смотрите, что мы можем наконец-то сделать. Начинаем съемку, и теперь мы наконец-то можем поставить на паузу наше видео и продолжить. Вот такая вот очень классная штука, наконец-то мы дождались данной фичи на наш iPhone. Также теперь мы можем сделать вот что. Блокируем телефон, и мы теперь можем редактировать наш экран блокировки. Как вы можете заметить, у меня уже стоит две новых кнопки, которых ранее тут не было. На iOS 17 у нас всегда стоял тут фонарик, тут камера. Камера нам не нужна, поскольку мы ее можем включить свайпом влево. Однако, если вы хотите настроить, смотрите, разблокируем наш телефон, зажимаем экран, нажимаем править. Нет, для начала нам надо сделать так. Настроить экран блокировки. И теперь смотрите, что мы можем. Мы можем изменить цифры, шрифт цифр, мы можем изменить размер, расстояние между ними. Далее мы можем выбрать цвет, можем взять разноцветный, выбрать гамму, которая нам больше всего нравится, и нажимаем готово. Также теперь мы можем, как я вам уже сказал, можем поставить какие-либо свои кнопки. Вот у нас есть варианты. Мы можем абсолютно что угодно тут найти и поставить. Тоже очень классная фича. И на этом все. Я вам показал очень мало, на самом деле. На моем канале вы сможете увидеть полный обзор на iOS. Однако я вам скажу, что я вам рекомендую устанавливать данное обновление. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч!